В детском футболе уже несколько лет соперничают в основном две команды – «Спарта» и «Ультра». В большинстве финалов встречаются именно они, если не выбивают друг друга раньше. За неделю до этого финального турнира в сезоне на кубке среди дворовых команд 2007 года рождения и моложе победила «Ультра». Причем с разгромным счетом 14-0. Такое не забывается и не оставляется без ответа. А здесь, уже в финале закрытия сезона, игра пошла совсем по другому сценарию. В обороне команды не допустили ни одного промаха. В основное время нулевая ничья. А вот победу по пенальти вырвала «Спарта». Финал выиграли по серии пенальти. Могу сказать, что «Ультра» — это очень сильная команда, и ну, мы и «Ультра» хорошо играли. Мы очень много играли в финал с «Ультра». Как переменчиво бывает фортуна в спорте, хорошо знают спортсмены с опытом. Поздравили ребят и пожелали им новых побед и достижений олимпийский чемпион Виктор Шалимов и заслуженный тренер России по мини-футболу Михаил Бондарев. Ну а о возможном спортивном росте футболистов рассказал капитан сборной ветеранов Николай Кулишенко. По потенциалу многие могут. У нас еще школа есть, наверняка знаете, да? И мини-футбольная, и футбольная. С инструкторами мы эти вопросы проговариваем. Дано всем, ребят. Но самое главное здесь труд. А так, ребят, всех поздравляю. Молодцы. Да, все сегодня молодцы. И у всех есть главное – любовь к футболу и желание играть. Сергей Берзин, Андрей Капустин, Первый Мытищинский.